Всех приветствую, дамы и господа, на своем канале. Итак, с вами дядюшка Хамстер. И мы продолжаем наше выживание в нашем Санклендер. Так, продолжить. Данил, здоров, здоров, здоров. Так, одну секундочку. Блин, у меня тут столько этих пришло сообщений. Привет. Так, ребята, ну давайте начать игру. Сегодня, значит, такая тема у нас. Так, начать игру. Решил я сегодня повоевать немного. Даниил Калух, наконец-таки у тебя стрим. Шутишь? Недавно был стрим, еще стрим. Сегодня повоюем, ребята, будем это... Я хочу каких-нибудь два острова захватить. Вот. Как-то так. Посмотрим, что у нас этого выйдет. Ну, такой план у меня. План капкан. Сейчас глянем там по пулеметам, по ружке. Вроде бы у нас там все и было, все нормально такое. Ну, с генераторами бы вот это вот. У нас бензина полно, разобраться. Так, спать, ребята. Сейчас 12 часов, спать мы не будем. Здесь у нас в шкафу все нормуль. Тут мы можем... пока плавить, пока готовимся добавить древесину. Коктейли Молотова у нас есть. А еще, ребята, пока день, пока мы никуда ничего, я хочу попробовать все-таки вот здесь на верстаке оружейная мастерская сделать. Старая винтовка, вот который затвором, что туда надо, может, у нас получится сейчас собрать. Смотрите, надо 4 компонента. Заяц 777, привет. Я компик себе купил 1 терабайт памяти, 32 оперативка. Жаль, что сейчас в Rust с тобой не могу поиграть. Я сейчас на море на 14 дней, его вот сейчас 3 часа ночи будет, я вылетаю в 7. Капец, ну красавчик, молодец. Все, с моря приедешь, играем в Rust. Так, с тебя там ракушка и кусок клешни от краба. Так, ребята, смотрим, какие у нас есть запчасти. На старую винтовку. Что нам надо? Заяц 777, ага. Смотрите. У нас до хера чего нету. Ну-ка, еще раз. Давайте смотреть. Вот эта херня, эта херня, эта херня, эта херня. У нас дофига чего нету, ребята, блин. Мы столько поразбирали, а у нас нету, походу. Нет, вот это есть. Это точно есть. Раз. Это точно. Это тоже, ребята, есть. Два. Ребята, у нас есть. Так, ну-ка смотрим.
Сайт 777, во сейчас уже на компе смотрю. Ребятки, извиняюсь, что стримчик прервался, резко мне позвонили. Ну, извините, это такие дела житейские. Я думаю, мы тут ничего не упустили, тут была пауза. Давайте смотреть дальше, ребят, что у нас есть. Эта деталь есть, это есть. Дальше. Такая фигня и такая фигня. Давайте смотрим. Что это такое? А! Мы можем, смотрите. У нас где-то он есть, по-моему. Такой прицел, и потом... Это что-то такое, блин. Ну, давайте смотреть. Ну-ка. У нас оно есть или нету? Бам-бам-бам-бам-бам. Нет, такого, ребята, я смотрю, почему-то у нас нету. Не вижу. Это не оно, вот это. Ребят, а я могу вот это... Собрать, нет? Это есть, а это мне раз, два, три, четыре. Я могу собрать или что? Я не могу понять, блин. Смотрите, вот. Грубо говоря, это прицел с красной точкой. Раз, да. О, Ганс, здоров, здоров, здоров. Привет. Здорово, Ганс. Где ты пропадал? Вообще тебя точно не было давным-давно. Ну-ка, ну-ка, блин, я не могу понять, как его сделать. Прицел с красной точкой. Подождите, собрать. У меня чуть... Я не... Куда вот эти вот детали ставить, блин? Ё-моё. Как его собирать вообще? Ананацик. Привет. Здорово, здорово, Нанасик. Здоров. Вот я в что-то не шарю. 777. Работа. Ясно.
Ананацик, как дела у тебя? Да ничего, тут по-старому все это. Батрикс, ставим лайки и ребята, подписываемся. Да, там, ребята, кто залетел, поставьте лайкосики, если не тяжело. Если тяжело, то не ставьте. Блин, а как его собирать? Охотничья винтовка. Охотничья винтовка. Слушайте, ну у нас вот этой херни нету. Это надо раз... Патроны. Оно собирается из патронов, что ли? Таких. Ну-ка. Что-то я не шарю. Я поставил. Смотрите. Такой есть. Такой прицел есть. По-моему, у нас, ребята... Не хватает у нас... Как его собирать, блин? Хоть бы кто рассказал, блин. Вот как его собрать? Куда эти детали? И вот смотри, я не могу понять его, как его собирать, это оружие. Ганс 777. Куплю Раст, если можно поиграть. В смысле, не понял. Ананацик, хамстер, сможешь пятницу поиграть в Раст? Давай в пятницу как раз. Да, давай мы с тобой в пятницу поиграем. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Да, у нас одной фигни такой нету. Чертеж не найден. Много чертежей не найдено, ребята. Значит, пока это... Можем поиграть, но мы где-то давайте после обеда поиграем. Ананацик, во сколько? Я говорю, после обеда, где-то ближе к две... По Москве... Так, скоро враг нападет, но мы дождались, а это хорошо. Ганс 777. А если что, у меня PS5, можно же играть или нет? На плойке? Не знаю, по-моему... Не знаю, честно скажу. Это вон к ребятам-растерам надо обращаться. Сейчас на нас будет враг нападать. Куда-нибудь закинуть эту херню. Нафиг не надо. Там на плойке нет, наверное. Для PlayStation. Я знаю, раз делали, ребят, для... Александр Орлов, можно. Можно, да. Но там... Вот видишь, блин, ну это не знаю, это надо на форумах смотреть точно, чтобы ты знал. Так, сейчас на нас будут нападать, ребята. Блин, как его тут... Короче, я так понял, смотрите, на эту винтовку. Ганс 777, сейчас чекну. Посмотри. И на винтовку, наверное, отдельно Александр надо. Орлов, да. У нас нету запчасти одной. Вот если делать эту винтовку, чтобы снайпер. Александр, вот этой Орлов, фигни нету. Можно. Вот эти все барабаны надо по одной собрать. Ё-моё. А эту вот мы можем собрать? Ананацик, на PS5 лагает. PlayStation лагает. А ну-ка, давайте-ка. Раз возьмем, да, эту херню. И вот. Ганс 777. Куплю тогда скоро. Вот смотрите.
Вот почему я не могу собрать, установить? А, ё-моё! Александр Орлов, да. Смотрите, как оно. Нет, оно не так делается. Не, я понял, ребята, приблизительно я понял, как оно делается, ё-моё. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Так, сейчас на нас будет нападение, ребята, сейчас будет, блин. Уже ночь. Александр Орлов, просадки есть. Ну, надо почитать. Так, ребята, это сюда. Ананоцик. Качество так себе. Откуда они пойдут? Думаю, пушки работают у нас. Надеюсь, во всяком случае. Прожекторы, прожекторы все надо прочекать. Ну, как-то так. Давайте сюда. Этот прожектор, давайте-ка. Это здесь будет. Эта пушка, тут пушки у нас подключены. Тот прожектор у нас не подключен. Блин, надо его будет как-то подключить. Вот этот, резину. Может, успеем? Ё-моё, давайте-ка я быстро хапну резины. Ну-ка, 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 ну-ка. Александр Орлов, но работает. Но, сори, если заблудил кого-то, на качество не смотрите. Ну, это, я не знаю, я бы не смог играть без качества. Мне как-то, блин, когда картинка ГГ... Так, по-моему, я подключил тот прожектор, ребята. Ну-ка. Пошлите быстро, чекнем. Я ждал, чтобы специально они напали на нас. Так. Нет, нет, нет. Давайте. Вот. И будет видно этих говнюков. Все, нормально. Все, тут видно, тут видно. Александр Орлов, ну, пашет. Александр Орлов, аха. Капну. Ждем нападения. Блин, не лезет уже сюда. Так, сортировали. Ну, блин, я надеюсь, все, что они вот оттуда пойдут, блин. Александр Орлов, тебе мстят за смерть девочек на острове. Точно. Таких красавиц, да, там, которые были на острове. Картошку потом будем собирать. И сегодня надо какой-нибудь хотя бы два острова, ребята, захватить, блин. Кстати, как вам новый Fallout? Вот этот Fallout London. Игруха. Ой,
Ребята, это имба, я их с пулеметах нахер. Ладно, я пойду завтра день рождения еще справлять. Давай, давай, хорошо. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Блять, где они? Александр Орлов, слева. Где-то тут, вот он. Александр Орлов, да. Бляху убили. Так, фонарик надо. Блин, а фонарик у меня горит, горит. То есть смотрю, что что-то не то. А где этот? Александр Орлов, Чумача. Блин, ё-моё. Жёсткие они такие становятся уже. Все? Нет, еще не все. Да их как-то они теперь уже атакуют со всех сторон. Ну пулемет видели когда? Пулемет вообще это было что-то. Пулеметом я с пулемета их всех расхерачил, блин. Пулемет, короче, это имба. Так, фонарик можно тут выключить уже. Александр Орлов, твою даму убьют, а я подозреваю, что это один остров был с девами. Не, это какие-то вообще другие. Это вообще, чуваки, блин. Ну, с пулика класс, мне понравился. Пулик. Я, конечно, не видел, как эти турельки работают. Кстати, надо, блин, это чинить. Ну-ка, посмотрим. Что-то я... Это... Александр Орлов, а тут дама. Ну да, да, да. Так я ж героя специально взял. Девушку, смотрите, смотри. Чуть-чуть, да, похерачили мне тут. Тут нормально, чинь. Эти чуть не вынесли ворота.
Ловушки я неправильно поставил. Вот эти надо было на ту сторону поставить. А я их что-то сделал внутри, ребят. Что-то... Надо дофига, ребята, этих чертежей изучать. Вы видите, что получается, блин? Нету чертежей и нету оружия. Я ничего не могу собрать. Я хотел винтовку... На винтовку, вот на эту, да, поставить снайперскую, это самый, снайперский прицел. Было бы вообще имба. Блять, откуда это? Вы видели? Ты откуда взялся? Что за бах, ребят? Видите? Бах. Видите? С озвучкой. Блин, ну чё ж... Чё ж так все печально, блин? На ней... Ну... Ссылаемся то, что все равно это бета-версия, ребята, так что... Александр Орлов, он ждал Лидю. Да, меня ждал. Точно. Нихера себе, тут они расхерачили. А интересно, я урон с пулемета, когда стреляю, себе наношу, нет? Тут они вынесли. Ну все, вроде бы все починили. Давайте разложим все. И надо это. Александр Орлов, кофе запивать коньяком, прикольно. Кофе? Запивать коньяком прикольно. Я знаю, в это, в кофе коньяк добавляют. Вот это прикольно. Без древесины. Так, сейчас 7 часов утра, что ли, только, да, ребят? Вот это отлично. Мы можем сейчас, в принципе, на остров мотнуться. Вот эту фигню надо... какой-нибудь попробовать. Александр Орлов, так оно перемешается. Не-не-не. В кофе наливаешь это самое, коньячок, я так всегда пил. Если хочешь улететь... Так, и вот это я хотел сюда.
И едем, наверное, ребята, сейчас что-нибудь, какой-нибудь остров все равно хапнем. Потому что нам надо предметы какие-то. Так, патроны. Сюда. Бензинчик Александр закинем. Рожков, можно и чпирт. Можно и чпирт. Не, оно не то, ребята. Бак с воздухом сейчас мы наполним. Так, это есть. Ставим лайки и подписываемся. И скинем давайте эти запчасти. Сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Баллон у нас один есть, это есть. Покушаем и топаем. Александр Орлов, ну да, чпирт с газировкой. Ну, спирт, это сразу ты куда-то улетишь, это точно. Это точно будет. Так, это есть, ребята. Это мы есть. Все, дальше. Отремонтировались. Воду. Нету пустых бутылок у нас. Это фигню сюда скинуть. Блин, уголь этот куда-то надо сюда. Все, поехали. Какой-нибудь остров захватим. Попробуем во всяком случае. На нашей топовой лодочке. Так, погодите. F. Добавить топливо. Давайте смотреть, куда мы поплывем. Карта, давайте. Где мы тут, ребята? Тут все у нас... Тюремный остров. Завод машин. Короче, давайте. Александр Орлов, пока что дохлый коньяк. Ясно. Я тебя понял. Давайте смотреть, что мы тут не захватывали. Вот это что за остров? Ребята, вот этот остров. Это что за остров? Мы его захватывали. Новое место. Остров Эдем. Александр Орлов, Коктебель, Белый Аист. Понял. Так, республика, ну, короче, надо Батрикс. Сохранить Александр игру. Орлов, вы достигли уровня 3. Красота. Я, блин, тоже бы поддержал, но... Но за руль надо будет и на работу, блин. Так, ладно, давайте их херачить. Вон, один. Где-то
Еще, ребята, двое. Откуда он стреляет? Так, еще четверо. Да, блядь, перезаряжайся ты быстрее. Все, ребята, остров наш. Надо сейчас быстренько оккупационный флаг ставить. Погнали, лутаем тут все. Ты лутать нету какой-то такой, блин, бомжатский остров, блин. Александр Орлов, не люблю пьяный стрим. Чел уснул на камеру. Не, ну если все в меру, то почему бы и нет? Знаешь, это такое дело. Так, инвентарь, ребята. Деревянное копье есть. Дальше надо металлическое копье. Нету у нас металлолома. Сейчас металлолом... Чтобы захватить этот остров, надо еще немножко металлолома. Но я так смотрю, такой островок-то и не фонтан, блин. Чисто так, что... Бомжатский такой, блин. Ничего интересного нету. Чертежей нету. Так. Подождите, инвентарь. Да, копье... И теперь, ребята, где у нас не дом? Есть флаг, ставим наш флаг. Это наш остров. Александр Орлов, да, Литвиски, и смотреть, как чел спит. Нет, конечно нет, не до такой степени. Я вот не знаю, я под пивасик стримлю и потом ребятам говорю, так, ребят, если я уже... Вот, а, тут остров капусты, смотрите, вот где лимоны росли. Капец. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Короче, остров Эдем, тут капуста растет и лимоны. А мы искали с вами, блин. Давайте на карте посмотрим. А чё он красным у нас еще? Я ж вроде бы всех... 35% всего залутали, ё-моё. Может быть и баг.
Бля, ну что это такое? Какой-то уголь сраный нам, блин. Вообще ни о чем. Сожрать можно. Этот факел тоже нахер выкинуть отсюда. Эти черви, вот, ну, блин, фигня какая-то. Ну давайте, чертежи крутые, блин. Александр Орлов нашел выживалку. Чтоб спать, надо золотой платить. На что, чтобы спать, надо золото платить? Это что такая, что за выживалка такая? Хотя, я скажу вам, по сравнению с другими островами, на этом, блин, есть эти самые, смотрите, даже три ящика, да? Вот этих с инструментами. Но ни одного чертежа топового нету. Я так надеялся, что я соберу винтовку с прицелом снайперским. Неудобно, это классно вообще. Это самое лучшее, я считаю, оружие. Дробовик на близких расстояниях. Самый урон. И вот эта старая винтовка, которая у нас с вами, она вообще просто незаменимая. Лучше всего вот это урон у нее, блин. Но я же говорю, сюда бы снайперский прицел, а на него идет. А в этой бета-версии на него так нельзя одеть, понимаете, блин? Фигово. процент мы залутали его. Фигню я не хочу. А ну-ка, что тут, камушки, может, какие-то есть, нету? Нет, тут по ресурсам вообще ни о чем. Александр Орлов, для телефона. А, для телефона. Вот капуста тут, видите, такой растет. Лимоны, блин. Ресурсов как таковых нету. Будем знать, что здесь просто... А, смотрите, а, вот, ну да, лимоны, лимоны, хлопок. Ну, у нас все это есть, мы уже... Лавочка такая, блин, типа островочек. А вот, смотрите, ребята, ну-ка, давай смотреть. Сейф. Малый генератор, ребята, та-да-да-дам, есть. Да, у нас есть малый, небольшой генератор, дающий 15 очков выработать. О, да. Наконец-то. Наконец-то есть малый генератор изучен. Ребята, так. Чертеж, клетчатый диван. Уже изучен. Ё-моё. Броня. Это, блин. Картина маслом. Пошлите, блин. Придем сейчас в лодочку скинем нашу. Да, малый генератор изучен. Красота. Так, так. Александр так. Орлов. 8 смотрит, 4 лайка. 8 человек смотрит, 4 лайка. Ну, видишь. Я же говорю, поставьте, ребята, лайкосики. Кому не тяжело. А кому тяжело, может не ставить. Ну, значит, тяжело людям. Да вы ради бога, блин. Так, ребята, зашел, давайте. Привет, Декстер. О, нифига себе. Декстер, здорово, здорово. Александр вот это. Орлов уже 5 смотрит. Да, оно тут прыгает, блин. То 8, то 10, то 12, блин. Я доволен, что мы генератор нашли, блин. Бензин оставим, тряпочки. Вот так вот. Компонентики оставляем. Что еще мы? Давайте этот порох нафиг отсюда. Вот это тоже можно. Декстер, блин, посетил меня. 100 лет, 100 зим, блин. Это тоже все сюда. И гарпуном я тоже, в принципе, уже и не пользуюсь под водой. Да, ну чисто так от
акул отгонять. И я думаю, еще на сегодня один остров мы захватим. Апожа. Я посмотрю, что надо сделать для генератора. Поставить бы неплохо было. Блин, там картины надо забрать. Где-то мы тут. Хлопок. Хлопок это ничего мы не будем собирать, блин. Да, какой-то, блин, камисоль, блин. Да, это все фигня, блин. Ну, это мы барыги продадим. Смотрим. 80% только залутали. Фигня, еще где-то 20%, ребята. Чего-то мы... не нашли еще, конечно. Вроде бы все. Да ничего, спасибо, Декса, что зашел. Очень необычно. Рад видеть тебя, конечно. 100 лет, 100 зим не заходили. Это самое. Да ничего, потихоньку. Живем одним днем, как говорится. Сегодня живы, здоровы. Ну и слава богу, знаешь как. Сам понимаешь, все одним днем. Сейчас такое время. Батрикс, ставим утром проснулся и хорошо. Вот. Как у тебя там дела? Че там, все по-старому? Блин, ну 20% это может быть, знаете что, это даже может вот тут вот где-то быть. Вот, видите, это числится может говно вот это. Вот ради интереса, давайте посмотрим. Я... У нас сейчас ровно 80%. Если я эту херню залутаю... Декстер Морган, жена спрашивает, как котики твои. Да все, тут-тут-тут-тут-тут. Все пережили мои котики. Нормально все, размножаемся, плодимся. Такую... Потомство идет, бизнес идет. Вот смотрите теперь, давайте смотреть. 80, да, да, вот видите, 82%. Это вся херня может быть вот вон в той машине, блин. Сейчас вот смотрите, 80 будет. Забрал я это. Так, смотрим. 84%. Ну, блин, все может... У тебя как там? Все по-старому. Че стримишь? Раз потихонечку. Что-то еще новенькое. Он Fallout новый смотрел. Я сейчас еще Fallout параллельно стримлю. Fallout London. Ну ничего, так мод сделали. Интересный такой модик. Вот смотрите, еще одна машина, блин. Александр Орлов, лайкос, нравится. Здесь не нравится. Чтоб человек понимал, стоит катать далее или нет. Стрим не все так просто. Ну... Знаешь, я отношусь как-то к этому проще. Я бывает сам кому-нибудь даже зайду и это и все, ребята, тут нехер на этом острове делать больше. Заняли. Сейчас вот забрали. Оно тут вокруг острова может чисто металл быть. Чертежей мы маленький генератор с вами капнули. Едем домой. А, вот тоже. Чё там, как у вас с ютубчиком? Пока все нормально, потому что... Я Resident Evil 2 ремастер заканчиваю. Некоторые уже пишут, что обрезает, блин, туда-сюда такое, такая фигня начинается. Декстер Морган тоже хотел новый в Clay London поиграть. Ну, я по вот это скачал, я доволен. Вылетов есть, конечно, немного. За 3 часа игры вот у меня... Сегодня я ее с утра стримил, по-моему, 3 часа игры, да? Раза 4 вылетала, блин. И загрузка очень долгая, блин. Ну, такая, что... Капец. И это не только у меня, даже на любом топовом железе, блин. Так же самое. Смотрел я других стримеров, у них такая же фигня загрузка.
и Призрак Цусимы. Я, блин, этот начал проходить Призрак Цусимы. 4 резик тоже хочу пройти и Призрак Цусимы. Мне что-то оно... Ну, это опять же на любителя. На любителя. Это все на любителя. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. На любителя. Я его начал проходить, он мне, блин, что-то не зашел. Александр Орлов, так и я у тебя в свободное время. Ну, согласен, да. О, свободно. Александр Орлов. Плюсик. Хорошо, Саня, понял. Так, это мы продаем. А это, смотрите, какая картина Репина у нас будет сейчас. Блин, надо как-то ее красиво поставить, блин. Блин, оно не ставится. Камин хочу здесь поставить. Александр Орлов, в Крыму норм. В Крыму норм, да, пока. Ну вот, видите. Здесь у нас целая... Блин, да что оно так херово ставится здесь, эта картина? Я хотел такая... О. Блядь, боже мой, это как картина, это какая-то... Я сам такой нарисовать умею. Не позорили себе. Потому что многие просто уже очень много пишут, что, блин, лажа. Александр Орлов, мутит экран. Мутит экран, подтормаживает, да. Все равно. Так, уж жажда, блин. Жажда, жажда, жажда. Давайте выпьем. Так, это скидываем, ребята. Блин, у нас же еще в лодке дохерища чего. У нас просто в лодке еще. В лодке, в лодке, в лодке дофига еще. Я же забыл. Надо все позабирать. Пошли, заберем. Такой прикольный. Я, блин, потом поставлю еще такие фонари, блин. У нас остров будет топовый. Все, забрал. Вот в этой версии, в которой официалка, да, у них, не в этой, которой я играю, то на официалке, которая у них это готовая, то тут вот эти вот чуваки, которые нападают, да, они, блин, реально, они, блин, разбивали, короче, лодки ломали, да, вот такую, такую фигню, блин, делали. Блин, пока разложишь все. Тут что-то у нас уже не клеится, да, детальки. Вот эту херню можно было выкинуть. А давайте детальки сюда положим. Так, порох у нас остался. Кожу я скинул. Ткань компонента. Что, компоненты уже не лезут или что? Давайте сюда будем ложить. И тряпочки уже сюда. Резина тоже уже не лезет. Плохо, что уже разбросано все. В принципе, у нас уже столько вещей, что, блин, ё-моё. Это что, сломанный двуствольный дробовик? Я его переработать могу, интересно или нет? Сейчас глянем. И теперь давайте строить, ребята. Мы можем с вами по электричеству, да? Вот он, смотрите. Маленький генератор можем поставить его. Слитки 4, да.
Блин, отлично, мы сейчас делаем его. Надо поспать. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Мы поспали. Так, это все сюда. Надо, ничего нового у нас не выпало. Здесь добываем. И давайте, смотрите. Так. Электросхемы. Смотрим. Генератор. 5 электро... Нет, подождите. Где он? 4 схемы надо. 4 схемы. Слитки где-то у нас тут были. Кстати, надо... Так, и... А, вот он, маленький он такой. Такой маленький. Ну, давайте его где-то, подождите. На фундаменте он ставится, да? Блин, куда его поставить на фундаменте? Давайте его вот здесь вот поставим, блин. Вот. Ага, тут что не ставится. Тут ставится. Давайте в помещении его пока. Тут не ставится. Ставим здесь. Он, я понял, так от бензина теперь работает, да. 15 это. С, установить привод. Но это мы, если что-то будем подключать. Такое, то, что нам не хватает. Есть предложение. Сейчас мы мотнемся, ребята, к барыге. Давайте. Может, опять же что-то найдем. По запчастям. Так. Заодно продадим все. По 2-2. Смотрите, сколько у нас тут, блин. Может, что-то изучим толковое. 2-1-1. Что еще? Тут 7 их. 1-2-3. 2. И здесь 2. И здесь их 7. Блин, надо посбрасывать. Вот так. Так. Контейнер заполнен. Я понял. Сортировать. Что мы возьмем еще? Так, дерево надо выложить. 31 дерево. И здесь уже некуда, блин. Уже древесину. Здесь давайте, что мы берем? На продажу. Вот это, блин. Это. Давайте все монеты я возьму с собою. И что у нас тут? Все по одному. По
Поехали к ней. У нас, у меня голод, блин, ё-моё. Давайте съедим. Окей, поехали. Посмотрим, что у нее есть. Много чертежей, конечно, они специально сделали, чтобы мучились. Повторяется, понимаете? Пошли к чертежам сначала. Так, поехали, закидываем. Походу, у нас уже такой есть предмет. Ну да, вот смотрите, он уже изучен, видите, блин. Повторяется специально так, блин, чтобы ты долбался, пока найдешь нормальный чертеж. Ладно, закидываем его, он нафиг нам не нужен. Что чертеж. Ну, вот этот, видите, изучили мы. Это тоже, ё-моё, ну, блин, не везет. Не везет. Так, магазин для пистолета. Отлично. Ну и давайте накидываем туда дальше. Ну, нам не хватит, походу. Не, не хватит. Ладно, а это мы сейчас пойдем продадим ей. И на следующий день мы... На следующий день... Так, металл нет. Я ничего у нее не беру, кроме монет теперь. На, это забери, вот это забери. Ну и все, столько, блин, бинтов у нас что-то. Давай ей бинты еще дадим. Мне бинты просто не нужны. По-моему, у нас там один металлодетектор был, блин. На, металлодетектор тебе. Я сейчас... Да, все, сколько мы можем монеток купить у нее? 4, 5. 6. Нет, 5 монет только можем. Ну, дорого. Хорошо. Есть. 45 монет. А, вот еще одну фигню. Монетку дашь за нее? А 2? Ух ты. А 3? Нет. 2 монетки. Есть. 47 монеток. Давайте теперь глянем наверху у этой... У нее был камин когда-то. Так, неоновая, нет, 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 это все, все нас не устраивает. У нее был камин, и у меня не было монет, представляете, блин, я теперь... А теперь камина нету, есть монеты, блин. Сейчас еще чуть-чуть поперерабатываем мы с вами
сегодня, на сегодняшний день сейчас станем, чуть-чуть нудная будет работка такая. Поперебатываем компоненты, чтобы на чертежи было. И на следующее утро мы с вами отправляемся еще на захват какого-нибудь острова. А вдруг какие чертежи еще нам упадут? Так, на пулик у меня 92. Я думаю, еще на отбиться на один раз хватит. Монеты можно скинуть. Кстати, баллон, патроны. Блин, так вот положим, блин, чтобы они не мешали. И здесь резина это. Из резины. Что такого, блин, потратить бы можно было бы нам? Мы сейчас с вами поплавим немножко. Вот эта херня, анатаз. Я не знаю, для чего оно. А этот что, анатаз? Электронной печи, ребята. Мы ее, у нас электронной печи-то еще и нету. Ладно, давайте это будем плавить. Руду. И поперерабатываем вот это. А, вот у нас. Я ж помню, что был он. Металлодетектор сюда. Сейчас мы металлодетектор себе. Вот эту беду надо поперерабатывать. И здесь поплавить. Приготовить, покушать. У меня гарпуна нету, блин. Чё я с собой стрела? Где этот я гарпун? Я гарпун куда-то посеял вообще. Ладно, вот он гарпун, блин. Ищу гарпун. А вот теперь стрелы, все. Не надо покушать, что-то себе сделать, ребят. Давайте вот это тоже будем жарить. Грибы там, по-моему, и капуста. И вот это. Я посмотрю. Да, суп из грибов делаем. Здесь жарим. Блин, сейчас побегаем. Как жареный буду сам, блин, тут бегать. Отремонтироваться. Ну, водички. Накачать. Все работает, процесс идет. По хозяйству сейчас хозяй, а поутру поедем на захват, ребят. Блин, че ее сожрал? Давайте суп готовим дальше. О, блин, там же у нас это надо. Наш урожай собрать. Ё-моё, тоже забыл. Давайте, наверное, грибы посадим. Здесь, ребята, мы будем
Вот что, да. Вот так вот. Давайте тогда добавить. Капец! Я себе столько заданий придумал, блин. Червяк, нафиг он нужен. Воды нет у меня. Надо лечь будет пораньше, в часиков здесь. Я имею в виду в игре. Чтобы это самое... Чтобы встать пораньше, чтобы остров на остров ехать. Блин, доску... Всё, доски нет уже. Чуть-чуть побегаем, так. Вот здесь камин бы, да, такой топовый тут поставить было бы шикардос, блин. Кстати, ребята, кстати, что-то я подумал, да. Мы же еще надо вот здесь вот печку, да, добавить. У нас нету этого металлических пластин. Дерево, конечно, тут улетает. Капец, как. Кусок резины, хожу с этим куском резины, не знаю, куда его всунуть от резины. Тут железо у нас так нормально уже. Все, готовить можно. Алкоголь давайте готовим. Супчика мы наделали. Кстати, можно один. Чего мы можем? Салат, наверное, делать теперь. Тоже бы неплохо было. Как у нас? Все работает, все крутится. В 11 лечь спать надо.
электрические пластины сюда. Гриб один сюда. Уже не актуален он. Можно, подождите, там, по-моему, клубника, лимон и капуста. Походу так. Да. Смотрите, вот как доска улетела, да? 50 досок было. Все, тут. Ребята, спать. Бегом спать. Все хорош. Все, отлично. Отсюда мы взяли. Давайте кушаем. Готовить один лимон возьмем, закинем. Сейчас один лимончик только. И едем. Все остальное скидываем. Так, мясо сюда, это тоже сюда. Так. Руда так. Здесь забираем. Это сюда. Здесь запускаем. Сюда. И резину надо, кусок резины куда-то, блин, куда ее уже сунуть? Мне уже некуда. Давайте сюда будем уже резину. Пока так. Все вроде бы. Воды забираем, набираем воду. Поехали. 12 часов. Может, еще успеем что-то. Захватить. Давайте смотреть, что мы захватили, что нет. Так, там наш флаг, там наш флаг. Вот это. Вот это что за островок? Прям вот это. Прям такой малюсенький вот этот. Что, надо захватывать его? Давайте, будем его захватывать. Океания какая-то. Ну тут вообще... Походу тут жопа. А, тут вообще такие... Может, не надо? Не стоило тебе сюда идти. 5 человек, ребят. Тут фигня. Ё-моё, фигня. Где он стреляет? От
Откуда он стреляет? Все. Надо сейчас опять. Давайте. Сделаем оккупационный флаг. Короче, фигня какая-то падает. Патроны. Это тоже что-то мы, у нас сегодня рейды какие-то на бомжатские острова, блин. Трактор там валяется, но это мы успеем трактор. Лавочку нельзя разрубать им, не? Я думал, что тут больше будет. Так, давайте, подождите, инвентарь. Первое дело, где деревянное копье мы делаем. Копье из металла. Один кусочек металла надо. А ну, давайте на детектор проверим, что тут. Руда, сера где-то недалеко. Блин, придется за трактором этим идти, все равно. Ну. Есть. Здесь все возле берега. Походу, да? Да. А тут так лагает, капец. Ну, видать, что-то они еще тут будут делать в этом месте. Так, есть, ребята, капец. Пьё есть, и теперь строить. Есть оккупацию. Есть. Ставим, ребята. Наш остров. Давайте ставим. Есть. Как и планировали, мы два острова сегодня капнули. Ну, что-то ни одного чертежа нету, ребята. Гарпунная наша пушка. Тут ничего тайного такого нету. Типа не спрятали от нас, а? Кода какого-нибудь. Так, 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 так. Давайте смотрим, сколько мы. 68 всего процентов, ребят. Какая-то фигня. Мы мало тут залутали. Где-то еще должен быть тут. Тут-то много мы пропустили. Сейчас я вокруг проплыву. С этого острова. А вот, смотрите, видите. Это будет 70.
Камни ресурсы, оно не считается, мне сказали тут. Ну, главное, что нету ни одного топового ящика. Нигде нету, ребят. Вон бочка, вижу. Я не могу запрыгнуть тут, блин. Это не бочка была. Это не бочка, это колонны какие-то. Так, давайте сохраним. А что ж они еще где-то прячут? Тут я нигде попасть не могу, понимаете, вовнутрь тут. Тут я нырял. Не вижу ничего. Блин, подлагивает тут реально такие фрезы, блин. Вот видите, тут сюда зайти невозможно. А показывает, что, блин. Идите. Смотрите, какой бах. Опа, и я внутри. Видите, тут... А что ж тут еще где тут есть? Это ж не считается его тут маленькая хуйня. Ну-ка. Островок такой, мель. Нет, это уже остров резиновой утки. Он захвачен нами. Блин, ни одного чертежа мы не нашли. Я что-то думал, что мы еще хоть что-то найдем на этом острове. Нету под водой нифига тоже. Так а что ж тут туда лутать-то? Это вон... Это, по-моему, то... Совсем другое. Еще какой-то остров, смотрите, летит. Или я там был, я не помню, что это за остров такой. Ну, короче, безбрежная бухта, что-то непонятно. Я ничего не нашел больше в ней. Лавочка же не считается, тут я не вижу, что это такое. Смотрите, как спрятали, ё-моё. Давайте дальше смотреть. 78, еще 20% где-то. Вот так вот. Я проморгал. Ну, чертёж. Можно смело уже ехать, наверное, домой тут. Я уже вдоль поперек его обшарил. Может, еще где-то оно и есть, но мы не видим. Фонарик включил. Так, у нас голод. Это можно выпить, ребята. Так. Клубничку съесть.
нифига не видно. Может, знаете что? Здесь может быть оно наверху. Это надо вертолет этот делать. Но мне посоветовали вертолет не делать. Типа вот там вот может быть наверху. Какой-то лут. Все, поехали домой. Наверное, поехали домой. Остров мы захватили. План минимум мы сделали. О, вот смотрите, вот еще что мы не залутали, да. Блин, с фонариком под водой вообще фигня какая-то. Оно так пикселит, блин. Блин, давай, запрыгивай. Вот это все флажки, это уже все наше. Мы даже полную эту в лодку ничего не ложили, прикиньте. Я думаю, надо еще куда-то распихивать это все, ребят. А куда? Полна коробочка. Блин, капец, сколько у нас уже ресов. Так, Кирочку на место. Кирочку на место. Бэм-бэм-бэм-бэм. Это сюда. Картина. Давайте картину здесь. Лисичка у нас. Компоненты я разложил. Закидываем сюда, в этот ящик. А что делать, блин? Будет вот так вот. И порох. Надо скинуть, где-то порох был. Так, все, ребята, на сегодня все. Ребят, всем спасибо. Всем пока. Завтра, если что хотите, заходите. Ребят, завтра по плану с утречка, если что, все нормально, мы поиграем в Fallout London новый. Можете заходить на Fallout London. А те, кто сегодня был, всем, ребята, спасибо, всем пока, всем удачи. С вами был дядюшка Хамстер. И до встречи, ребята.